Войти в виртуальный мир, чтобы выйти из него с реальными деньгами. Это можно сделать на соревнованиях киберспортивной студенческой лиги России. Команде геймеров Пензенского государственного университета, всего их около 30 человек, предстоит защищать честь вуза на состязаниях, главный приз которых – более 2 миллионов рублей. Результат дает работу в команде. Это самое главное в этой дисциплине. Можно набрать 5 сильных игроков, но если у них не будет какой-то сплоченности, то они проиграют более слабым, но более сплоченным игрокам. Желающих попасть в киберкоманду много. Если даже выиграть не получится, то почувствовать себя супергероем удастся наверняка. Ощутить себя полицейским, так скажем, который спасает заложников и может спасти весь мир. Мне кажется, каждый хотел бы попробовать на себе хоть раз это в жизни, и поэтому, я думаю, это завлекает наших ребят. Настолько, что год назад команда геймеров ПГУ взяла серебро на всероссийских киберсоревнованиях. Теперь ребята намерены улучшить свой результат, стать первыми в стране и забрать главный приз.